6 октября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Гюйчайской районной центральной больнице после капитального ремонта и реконструкции. Министр здравоохранения Октай Шералиев сообщил главе государства, что 4-этажная больница на 170 мест и 2-этажная консультативная поликлиника капитально реконструированы. Здание больницы общей площадью около 12 тысяч квадратных метров состоит из основного корпуса, корпуса инфекционных болезней и других корпусов. В лечебном корпусе больницы функционирует приемное отделение, отделение лучевой диагностики, рентгена, компьютерной томографии, гинекологии, урологии, травматологии, терапии, анестезиологии, реанимации, хирургический операционный блок и лаборатория. Районная центральная больница оснащена самым современным медицинским оборудованием и принадлежностями. В центральной больнице и поликлинике услуги населению оказывают 102 врача и 223 медицинских работника. Больница также оснащена современным реанимационным и кардиологическим оборудованием, передвижным рентген-аппаратом для операционной, что позволяет оказывать гражданам медицинские услуги на высоком уровне. После ознакомления с больницей глава государства встретился с коллективом медицинского учреждения и представителями общественности района.